Да, всем здравствуйте. Меня зовут Владислава Чалышева. Я куратор медицины в Яндекс.Кью. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы послушать интересную лекцию Ростислава Павлова о том, как реализовать себя в медицине. Но сначала я немного расскажу, что мы здесь делаем. И вообще, наверное, многие увидели, что вас пригласили в дом Кью, но немногие поняли, что это значит. А вообще дом Кью — это место, в котором создается Яндекс.Кью. Яндекс.Кью — это платформа экспертных сообществ, где вы можете а, задавать вопросы и отвечать на них. В чем вообще сама идея яндекс .Кью? Дело в том, что это сообщество экспертов, которые могут помогать друг другу и обмениваться опытом. У нас есть не только эксперты в медицине, как вы, но и эксперты в юриспруденции, математике, физике и вообще в любых других областях а, этой жизни. И всегда можно у них получить какой-то, в общем, узнать у них какую то ответ на вопрос. Вот. И что немаловажно, можно обменяться с ними опытом и, возможно, даже создать какой-то совместный проект. И что, наверное, самое важное для врачей, весь контент в Яндекс.Кью мы верифицируем. То есть для того, чтобы стать экспертом в Яндекс.Кью, нужно доказать, что у тебя есть медицинское образование, что у тебя классный контент, что ты придерживаешься принципов доказательной медицины. И таким образом у тебя есть шанс стать врачом и экспертом на Яндекс.Кью. Вот. И еще, наверное, о чем важно сказать, что помимо того, что я куратор, я основатель сообщества «Врачи для врачей». Это экспертное сообщество, которое объединяет в себе врачей и дает им возможность развиваться. Ну, то есть, например, вы хотите начать свой путь в науке, и вы не знаете, что вам вообще делать. И вы можете задать вопрос человеку, который уже прошел этот путь, и поинтересоваться, в общем, как это сделать. Или вы хотите открыть свою клинику, или хотите стать вообще просто очень классным врачом, или развивать свой личный бренд. В общем, ради этого вы можете стать частью нашего сообщества. Чтобы это сделать, у нас есть вот QR-код. Для тех, кто в онлайне и кому-то удобно, можете его сканировать. Для тех, кто здесь у нас в доме Q, тоже можете сканировать, зарегистрироваться и стать частью нашего сообщества. Еще я напомню, что у нас на Яндекс.Кью кто-то из вас участвовал, но, возможно, не все знали, было обсуждение, где можно было разобрать сложный кейс с пациентом. И в конце нашего мероприятия мы расскажем, чей ответ был самым лучшим. И я думаю, что теперь можно начинать наше прекрасное мероприятие. Я представляю Ростислава. Давайте всем здравствуйте. Да, всем здравствуйте, всем добрый вечер. Спасибо большое, что э, пришли в понедельник в 19.00. Я сажусь, да? Окей. Хоть я люблю стоя, но сегодня будем сидя. Спасибо всем залу, кто пришел, всем, кто онлайн. Э, мы сегодня поговорим с вами о очень интересных э, темах. Э, и первый ответ на самый э, важный, интересующийся вопрос: как реализовать себя в медицине, я вам скажу так: я не знаю нужно иметь ряд навыков, которые помогают вам становиться лучше и экспертней, о которых мы сегодня вам поговорим. Универсального совета нет, но есть определенные, назовем так, чек-листы, которые вам помогут двигаться вперед, получать новые знания и, самое главное, их тиражировать и становиться экспертом. Немного расскажу о себе. Я Ростислав Павлов, я хирург-онколог, руковожу крупным онкологическим отделением в университетской клинике СПБГУ, и в прошлом году уже, как это ни странно, уже в прошлом году, я вошел в, победил в списке Forbes в номинации наука и технологии, как самый молодой Начмед и как самый молодой оперирующий Начмед, и человек, который развивает разные soft skills для будущего поколения и нынешнего поколения. Короче, одним словом, для всех поколений. Я выпускник Гарварда, я закончил Гарвард University по программе Surgical Leadership Program. Это самая престижная программа в мире по управлению. Я также закончил Сколково управление здравоохранением и много-много разных стажировок, обучалок и курсов повышения квалификации. Но об этом сегодня немножко поговорим. В целом, как вообще происходит достижение любого результата? Я вам расскажу своем, на своем опыте. Он, в принципе, его можно брать и использовать, даже немного тиражировать, потому что, в, приехав в Петербург, я в 2016 году, я сам из Донецка, в 2014 году закончил университет, потом ординатура, интернатура, и в 2016 году я на Московский вокзал с двумя чемоданами, прибыл, не зная, что меня ждет. И, в принципе, чтобы двигаться, в, помимо э, медицины, как бы у нас есть hard skill, который не обсуждается, нужен еще soft skill, то есть гибкий навык. И это связано, например, там личный бренд, работа на камеру, управление командами, потому что все знают, как это прекрасно быть заведующим отделением, все стремятся стать заведующим отделения. И тот важный момент, когда ты становишься заведующим, такой, а что делать дальше? и никто ничего не знает, как двигаться. Поэтому это тоже важный навык, которым можно научиться. Самопрезентация, общение — это все навыки, которые нужны, и в целом они формируют у доктора как личность и как человека, которого начинают узнавать. С самого детства я не был талантлив. Я рос так же, как и все. У меня папа был доктором и есть доктор. И на самом деле, когда он читал нам разные истории из своей практики, мы под них очень хорошо с сестрой засыпали. Потому что истории там муха-муха, цикатуха, позолоченное брюха быстро выучена была. майдадыр тоже буквально через треть, на, третий заход тоже был выучен, поэтому всегда, как столкнулись два трамвая, папа у меня анестезиолог, реаниматолог, и он нам рассказывал, одному дяде пальчик прищемило, мы ему сделали остеосинтез, мы такие, о, остеосинтез. Второму дядя он поломал голень, мы ему сделали аппарат Элизарова. Мы такие, о, аппарат Элизарова. Поэтому в целом мне эти слова были понятны с детства. И я на самом деле не очень понимал, какие еще бывают профессии в будущем. Это сейчас, когда я уже э, прошел этот путь э, в медицине, думаю, лучше бы я стал программистом и работал в Яндексе. Но как случилось? Вот. Мы... Э, росли с сестрой. Сестра у меня стала юристом. И в целом, когда я уже понял, что нужно становиться доктором, кем хочет стать парень? Знаменитым, популярным, богатым, чтобы его любили девочки? Правильно, пластическим хирургом. И тут я понял, что нужно заниматься этой этим направлением, и когда поступлю в медицину, в медицинский университет или в лицей, буду уходить в крутом пиджаке, но оказалось, что это все не так. Поэтому с самого детства я много чего посещал, и тут наступил наш университет. Все вы знаете, что это самые счастливые годы любого медика. Без сна, без еды. Первое сразу начало с кафедры анатомии, которая просто тебя уносит в дальние дали. И я вообще не понимаю, как так выстроена учеба, что просто хочется суициднуть на первом курсе где-то первых полгода. Я говорю, как есть, наверное, все такие ощущения переживали, я, и я в том числе. И так как у меня был определенный навык, с которым я пришел в университет, это навык бальных танцев, я профессионально занимался бальными танцами, я мастер спорта по бальным танцам, я думал, что это мне поможет, и я стал культмассом к сожалению это не помогло немного вот и я устранился в науку занимался много в разных кружках задавал вопросы неудобные на которые получал ответы и отправлен был далеко и высоко Я не знаю почему может быть он... всегда каждый преподаватель у нас пытался отправить тебя или почитать книги или просто отправить. Хотя на самом деле навык задавать вопрос – это один из самых первых навыков, которые нужно использовать и на который нужно делать упор в работе со студентами. Поэтому кто преподает студентам, начинайте всегда с того, что научите, чтобы они не боялись задавать вопросы. Поэтому сегодня у нас тоже аудитория, не стесняемся задавать вопросы, потому что вопросы – это круто, и это то, что развивает и вас, и меня. Поэтому будем вместе развиваться естественно все мы, я двигался по ну как бы двигался и двигался все знали что как развиваться это учеба это дежурство это какие-то походы в кружку кружок поэтому устроился санитаром в принципе обычный путь который проходит каждый из докторов и тут начались у меня проявляться навыки лидера у нас на кафедре топографической анатомии я нашел операционную реально нашел. Она была сюда за, за э, ширмочкой, и я подумал, что все надо ее распаковать и срочно приходить и заниматься. И как ну, действовать с этой, в этой ситуации? Естественно, ты сам ничего не откроешь. И я ничего умнее не нашел, как записаться на прием к ректору. Я набрался смелости, э, пришел к секретарю, говорю, здравствуйте, я Павлов, я к ректору. Она так подняла голову, говорит, вы температуру не померите, вы кто? Я говорю, я студент третьего курса, я хочу быть хирургом, и вот я к ректору пришел, ректор хирург, мы будем развивать с ним новую кафедру. Так, подождите. Так, Юрий Васильевич, тут какой-то странный Павлов пришел, хочет развивать кафедру, хочет быть хирургом. Что с ним делать? Я думаю, ну, наверное, меня отправят там через месяц на запись, я там подготовлюсь к разговору, там, отрепетирую с друзьями. А он говорит: пусть заходит. Ну, естественно, я не подготовленный прихожу, говорю, здрасте, я там сейчас буду строить новую вершину, говорит, не, не будешь. Я говорю, как не буду. Говорит, что у тебя есть? Я говорю, желание. Говорит, молодец, но денег на кафедру у нас нет, поэтому иди на другую кафедру. Я говорю, хорошо. А как я туда попаду? И тут я получил первое свое правило в жизни, которое говорит о том, что если хочешь куда-то попасть, не нужно иметь связи, нужно просто э, два раза попросить человека, у которого это есть. Я попросил своего ректора, что он меня устроил на кружок. Он мне сказал, нет, ну это слишком сложно. Я говорю, ну вы же ректор. Вы же все можете. Говорит, могу. Или, ну позвоните. Ладно, я позвоню. Говорит, давайте прямо сейчас, у вас же телефон рядом, вы же не поговорите по телефону. И он при мне позвонил главному врачу. Тот сказал, ну пусть приходит, ну кто ректору откажет. И я пришел уже как не студент третьего курса Павлов, непонятно кто, а студент третьего курса Павлов от ректора, за что потом был, конечно, слегка э, 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 был отшеймен э, младшими, старшими коллегами. И тут я встретил своего учителя, первого своего учителя, который дал мне э, скальпель в руку. Это профессор Ищенко Роман Викторович. Э, это профессор кафедры МГУ, он главный начмед, по хирургии в университетской клинике МГУ. Очень хороший, строгий и справедливый учитель одновременно. И он начал как бы, выстраивать мою хирургическую карьеру. Естественно, первые три раза он меня отправлял. Говорил, мальчик, мне нет времени, уходи. Я говорю, хорошо, я вас подожду. В 8 вечера он выбегает, прибегает на операцию, такой, а ты что тут сидишь? Я говорю, здрасте, я тут еще, вы мне сказали подождать, я жду. Я говорю, ну ладно, пойдем в операционную. И в целом я понял, что если настойчиво бить в одну цель, то можно хорошо достигнуть того, что нужно. Поверьте мне, даже сейчас я своим ординаторам и студентам говорю, что если будешь вгрызаться в своего учителя, который тебе интересен и который тебе нужен, сто процентов получишь то, что нужно, и получишь результат. Потому что в любой профессии это как в боксе. То есть он, все умеют драться, но почему-то на ринг выходит очень мало. Потому что, чтобы выйти на ринг, нужен определенный тренер. Так и в медицине. Без наставничества ничего не бывает. Не станешь ты гениальным доктором, если у тебя нет наставника. И я таким образом нашел себе референсные точки наставников и начал э, двигаться к ним. Дальше я встретил э, уже в ординатуре, я сейчас поговорю о своих наставниках. Это Павленко Андрей Николаевич. Кто-нибудь слышал о докторе Павленко? Да, все слышали о докторе Павленко. Это мой большой учитель, ныне покойный. Это доктор, который показал на все СНГ, как устроена вообще онкология, как он лечился. И мне посчастливилось быть его в команде. Я, так случилось, последний его ученик, который сдавал ему все экзамены по операциям. И я вам расскажу, мне сказали, что можно рассказывать все, что как есть на самом деле. Как вы думаете, где эта фотография сделана, рядом, где мы с ним стоим? Какие есть идеи? Так, аудитория, давайте, просыпайтесь, просыпайтесь. Операционный раз ответ. Морг, абсолютно верно. Я ходил в морг и отрабатывал хирургические навыки. Прихожу я к Андрею Николаевичу и говорю, Андрей Николаевич, пойдемте в морг. Он, Ростислав, отстаньте со своим моргом. Это надо идти в выходной. У меня трое детей, мне нужно заниматься. Я говорю, ладно, прихожу еще раз. Когда, я ему спрашиваю, когда? Он давай в следующий раз. Это к вопросу, как получить то, что нужно. Я прихожу к Андрею Николаевичу говорю: Андрей Николаевич, пришел в следующий раз. Говорит, ладно, давай, я ввезу сейчас всю семью свою э, в отдых, э, будешь гулять с моей собакой неделю, и я приеду и договоримся. Я, естественно, отгулял с мотивацией, что вот мы сходим в морг. И мы спустя... Он вернулся и говорит, ну все, молодец, спасибо. Я говорю, не, Андрей Николаевич, не спасибо. Мы с вами договорились, что вы идете в морг со мной. И тут уже на третий раз человек не может вам отказать. И он собрался, пришел, и важно быть готовым, потому что у наставников никогда не бывает много времени, у него было минус 40, мы с ним отработали операцию, он посмотрел, подсказал, какие нюансы ему не понравились, и в целом после этого я начал активно оперировать. Начал я оперировать, мне сейчас 31, я начал активно оперировать в 27-28 уже. Вот, поэтому Андрей Николаевич очень сильно внес такую лепту в развитие и современной онкологии, и вот вся команда, которая стоит, наверное, вы видели очень популярный ролик, когда мы побрились всей командой перед тем, как он зашел на свою первую химиотерапию. Вот. Поэтому это показало командную работу. В моей жизни также встретился великолепный учитель управления. Это вот мой э, директор, который был, ну, к сожалению, сейчас ушел с должности директора, это профессор Федотов, Юрий Николаевич. Человек, который э, научил меня главному правилу, что если вы хотите, чтобы ваша э, клиника и ваша команда работала эффективно, что нужно делать? Вариант ответов. И... Работать отлично. Что нужно правильно распределять ресурсы? Что еще? выстраивать команду и не мешать. Потому что если людям не мешать работать, поверьте, все будет очень хорошо. И я даже на своем опыте это тоже вижу. Просто нужно поправлять, направлять, показывать общую цель, сплочать, мотивировать, иногда лишь давать обратную связь, строго или не строго, и все будет хорошо. Вот Юрий Николаевич это явный пример тому, что он никогда не мешал, а только помогал. И говорил очень такое важное, важное правило, что если поставить в ряд 10 беременных женщин раньше, чем через 9 месяцев ничего путевого не получится. Поэтому помните, что ни один доктор гениальным не станет за 3 месяца. Нужно время. И своим наставникам и руководителям тоже об этом напоминайте. Я об этом часто иногда забываю. Но мои умные, моя умная команда мне об этом напоминает. Мне от этого, конечно, с одной стороны, грустно, то, что я их не могу потрясти, но, с другой стороны, их сам этому научил. Поэтому ничего не сделаешь. Поэтому наставники это люди, которые дают важный толчок, важное движение, и, что самое главное, ставят вам руку, как в боксе. Поэтому мы сегодня должны с вами запомнить, что кто смотрит из молодых ординаторов, начинает студентов, для того, чтобы. Правильно идти по пути, вам нужен путеводитель или наставник. Поэтому ищите наставника, вцепляйте в него, вашего лидера, и делайте все, чтобы он на вас обратил внимание. Поэтому наставник это, безусловно, как я пишу, что доверие к наставнику и работе с ним это как ракета, которая летит в карьерный космос. Поэтому ракета летит, и помните о том, что можно. Как, хорошо, как бы хорошо вы ни дрались на улице, на ринге у вас профессиональный боксер будет он младше или старше, нокаутирует в первом же раунде. И тут в целом, когда в 30 лет моих пришли, появился очень интересный проект Forbes. И сегодня я хочу, кто-то видел, кто-то нет, я хочу с вами поделиться этим документальным роликом и показать, как это все выглядит, выглядит у нас вот в Forbes. Включите, пожалуйста, ролик. я в списке forbes excellent оно как бы приятно давайте по очереди погнали Привет, меня зовут Костя Сидорков. Я попал в рейтинг Forbes 30 до 30. Я двукратный чемпион мира по паркуру. Я основательница женского футбола в Дагестане. Я самый молодой оперирующий начмед в России. И наш еще один красавчик. Я художник, мне 26 лет. Я основоположник художественного направления перкинизм. Я долларовый миллионер. Мы произвели более 700 роботов. Они трудятся в 43 странах мира. Я компанию сделала для того, чтобы другие могли пожить за рубежом. Просто сердечко. Давайте посмотрим, как у нас все устроено. Работа венчурного инвестора немножко похожа на работу разведчика. Это поразительно. Картина продана за 20 тысяч евро. Это невероятное приключение. Нужно попытаться связать свою жизнь с именно тем делом, от которого больше всего горят глаза. Вперед! Покорять новые вершины! У меня было 75 рублей на карте. Нужно никогда не сдаваться, чтобы не произошло. Верить в себя. Даша – это мой герой в настойчивости. Сел, заткнулся, сделал. Смелые мечты оказались реальностью. Если ты хочешь быть номер один, тебе нужно идти вне системы, искать новые решения и не быть копией. Тебе нужно стать оригиналом. Yeah, я выиграл, Форбс! Пушка-бомба. Как вы думаете, кто стоит за каждым из этих участников? Абсолютно верно. Во-первых, наставников, во-вторых, желание двигать и делать мир лучше. Когда я попал в этот список и начал общаться там с ребятами, которые там долларовые миллионеры, реально, вот, особенно там Олег Кривокурцев, который видели в ПМФ робот Дуняша, который кофе делает. Вот Олежек делает эти роботы. Когда ты подходишь к нему и говоришь, Олег, он, здравствуй, меня зовут Олег, я делаю роботов. Я говорю, Олег, ты делаешь роботов Boston Бостон Scientific, у тебя их покупает в Массачусетский университет. Я такой, ну да, да, но это все не важно. Ты же лечишь людей. Поэтому помните о том, что для вот всей этой группы, которые попали в списки Forbes, инвесторы, абсолютно неважно, чем они занимаются вы лечите людей. Это уже как над гранью. Поэтому наша профессия — это великолепный выбор. Чтобы попасть в этот список Forbes, случилось много там разных событий, и на самом деле не было бы ничего, если бы не было четкого и слаженной работы с точки зрения моего формирования как доктора и как личного бренда в soft skills, так и командной, командной работы. Поэтому любая команда — это механизм, который работает как швейцарские часы. Вот я планирую там для своей команды, я хочу все. Кто знает, кто такой Теодор Курентис? Слышали когда-нибудь о таком? Ну, это Самый гениальный, да, самый гениальный дирижер. Вот я хочу всю команду сводить э, в, на, к нему на концерт или на, на репетицию, и показать, что даже человек, который стоит с треугольничком, это очень важный механизм, без которого оркестр не заиграет. Поэтому, как бы мы ни развивали личный бренд, без команды никуда, вот, поэтому большое желание и цель это главный мотиватор, который будет двигать вас вперед, и никто не остановит. Как бы меня ни старались рассказывать о том, что в молодом возрасте не нужно оперировать, что ты должен еще созреть, кому еще рассказывали о том, что не видите инстаграм-блог, у тебя мало опыта, какой-то ординатор, кто тебе дает это право, вот будет у тебя 25 лет опыта, вот тогда начнешь вести. А пока сиди и не высовывайся. Как нас учили всегда, тише едешь, дальше будешь, счастье любит тишины. А как наши учат, учат западные коллеги? Вот я несколько с резидентами общался, которым с самого детства говорят о том, что если ты не станешь номер один, ты умрешь в канаве, бомжом в, под э, мостом в каком-нибудь Нью-Йорке. Вот поэтому разница очень хоро хорошая. Вот. Поэтому давайте перейдем. немножко лирике, об, об, об успешном успехе поговорили, лирику убрали, поэтому перейдем уже непосредственно о том, о софт-скиллах, которые нам нужны. Мы сегодня поговорим с вами о личном бренде. Мы поговорим, как расти в карьере, пообщаемся с пациентами, общаемся с коллегами, потому что это немаловажно, как правильно себя позиционировать и как быть лидером в команде. И стоит ли быть лидером уже не имея административной должности. Ну и в целом я немножко расскажу о проектах, которые мы уже сделали. Важный вопрос: как развивать врачу личный бренд? И когда его начинать? Когда начинать развивать врачу личный бренд? Вопрос для зала. С университета, отлично. А как его с чего строить? С университета. Вот, вот она, да, начинаем уже, вот она, вороночка запутания, надо вначале хорошо учиться, быть нормальным студентом, потом хорошо закончить институт, потом обязательно нужно хорошо закончить ординатуру, после ординатуры и аспирантуру еще три года, уже сколько, 11, после еще 11 у нас еще нужно поработать пять лет, потому что, ну еще ж нужно набраться опыта, потому что опытный врач, это же врач тела. и вот они 17 лет, вам уже 40 и тогда можно. Два вопроса. Чем кормить детей, чем кормить семью и как, как, как вообще содержать это все? Поэтому личный бренд нужно, во-первых, понимать, для чего он вам нужен. Во-вторых, нужно понять, с чего он строится и как вы будете его выстраивать. И э, главный вопрос, вообще, нужен ли он всем врачам. А, окей. Кто хочет стать врачом-светилой? молодцы никто вот все таки да вот на самом деле вот вопрос вопросы яндекс .Кью сразу Владислава. есть ли врачи светилы нет вообще вот вы не вы не доктор ну, вот скажите врачи светилы существуют а что они светят то есть с фонарем Так они просто нормальные ребята, они просто делятся информацией. Чего не подсвечивают? У меня всегда, у меня, у меня всегда э, был такой э, рефлекс э, отторжения, когда говорили, я хочу стать врачом светилой. Я говорю, а что ты будешь подсвечивать? Ну как же, ты идешь, за тобой куча людей, у тебя колпак на полтора метра. Я говорю, ты, ты не врач светила, ты врач э, э, абьюзер ты свою команду уничтожаешь, они такие, вот врач светила. Вот если врач светила уходит на две недели в отпуск, что с клиникой становится? Свет тухнет. А что больным делать? Естественно, ждать врача светилу. И он так сидит в кабинете. Ладно, уже тему коммуникации чуть-чуть затрону, ладно. И он так, войдите. Видели таких врачей? Войдите. И такие, доктор, доктор, мы к вам ехали. Знаю. Вы нас можете принять? Я не знаю. Доктор, мы готовы просто все, что нужно сделать. Вот я вижу теперь, что вы мотивированы, что вас лечил доктор Светила. Вы же понимаете, что я профессор. А, ладно. Тему коммуникации тоже сегодня затронем. Личный бренд. Что такое личный бренд? Это осознанное управление мнением о себе то, что вы выстраиваете, то, что вы делаете, вы начинаете с самого начала, то есть вы понимаете, как вы себя позиционируете, и вы понимаете, кто вы, потому что без того, как как вы начнете готовиться, ничего не произойдет. Не могут люди общественно, общественность формировать ваш личный бренд. Вы начинаете с себя. Кто я? Я стоматолог, который выполняет раз, два, три, четыре, пять. Или я терапевт, который рассказываю о том, 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 том. Или я человек, который удаляю опухоли. Тоже нормальный, тоже нормальный личный бренд. Здравствуйте, я Ростислав, я удаляю опухоли. По-моему, как лозунг. Все хорошо. Или там, я, там, здравствуйте, меня зовут Полина, я люблю рак. Ну, тоже нормально, хорошо, понятно, что Полина вот. вот. И э, в целом это то, что, с чего нужно отталкиваться. И э, сильный личный бренд помогает вам очень во многом. Э, чего боятся ваши работодатели? Что вас, а, схантят, б, вы перейдете куда-нибудь в другое место. Поэтому управленец, который э, всегда врач светила, он старается не сильно развивать свою команду для того, чтобы, а, они выполняли все задачи, б, не развивались, и, С. никуда не ушли. Потому что когда тебя хейтят, ты думаешь о том, что тебе говорят, так куда ты пойдешь, ты нужен только мне, тебе другие неинтересные. Полный абьюз. Поэтому личный бренд вам очень может помочь уехать за границу, находить пациентов. Важный момент, который нам всем нужен, это пациенты. Какой бы врач, какой бы академик ни был прекрасный, без пациентов он как бы не, не требуется. А в нынешнее время рынок так, специалистов, которые не идут как э, рекой. Знаете, как есть уже у нас процесс маршрутизации, который пациент с точки А идет в точку Б. Сейчас пациент умный. Поколение миллениалов, это наше поколение. С чего мы начинаем? Мы смотрим, есть ли доктор в интернете, которого нам порекомендовали. Есть ли этот доктор в Инстаграме если есть в Инстаграме, мы начинаем смотреть, правильно он делает, неправильно, что ты с ним знакомишься. И если доктор показывает свою работу там, в Инстаграме хирург или где-то кто-либо еще, значит, он не боится за свои результаты. Если он не боится за свои результаты, значит, он хороший доктор. И так формируется мнение о докторе у пациента в голове. Потому что раньше шли потоком на доктора, там, который, у которого колпак 2 метра. Сейчас доктора ищут в интернете, смотрят, что о нем пишут и какие отзывы от пациентов. Поэтому э, алгорит, обсудим алгоритм, с чего вообще начинать. Первое это, естественно, мы анализируем и планируем, выбираем соцсеть, продаем э, и подаем свой личный бренд и обязательно анализируем насколько хорошо зашел контент и насколько хорошо отвлекается для пациентов. Например, расскажу на своем опыте, что я много вначале публиковал такой теории, пока не добавил отзывов пациентов и операционной активности. Добавил операционной активности, все, вот они огоньки, там все пошло, пациенты начали писать. И на самом деле у меня была очень такая интересная история, мне пишет пациентка, она мне там комментирует, 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 и потом через какой-то промежуток времени пишет: Ростислав Владимирович, здравствуйте. Я говорю, здрасте. Вы представляете, сделала колоноскопию, у меня ранний рак, я еду к вам оперироваться. Я за вами три года слежу, я точно знаю, что у меня все будет хорошо. Я выполнила компьютерную томографию, я уже все сделала, со своим подружкам все рассказала, так что все у нас хорошо. Поэтому образовывайте своих э, э, фолловеров, и это очень хорошо. Поэтому анализируем и планируем. Тут нужно понять, как мы строим бренд, с чего начать, как мы прописываем контент-план. Это все требует времени. Но помните о том, что вначале это много времени занимает. Когда это возникает навык, меньше, 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 меньше. Поэтому тут нужно просто себя заставить и это все сделать. Выбираем социальную сеть. Можно использовать запрещенные сети, которые сейчас в Российской Федерации, можно использовать прекрасный Яндекс.Кью, который помогает вам становиться лучше, выше, больше 30 тысяч врачей, которые вы можете задавать вопросы обмениваться опытом и получить любого специалиста прям вот поздороваться и кофе с ним выпить в главном офисе Яндекса. Можете использовать разные другие. Если вы любите записывать длинные видео, welcome to YouTube. Любите вы соци социопат, типа меня. Пишите в Телеграме, не нужно ничего там придумывать. Самое главное, пишите. Чем больше вы будете делать контента, чем больше вы будете говорить о себе, тем больше пациент узнает о вас. И дальше идет процент уже продвижения. Самый мой нелюбимый проект. Я очень люблю записывать всякие видео, фото, ну как и все остальные. И всегда думаешь о том, что это не нужно. Оказалось, что нужно. И каждый пациент к тебе приходит и говорит, спасибо, доктор, что вы освещаете эту тему. Когда вы освещаете эту тему, воронка формируется, и тем самым пациенты советуют друг другу, своего доктора, они включаются в социальную сеть, и им абсолютно все равно, сколько вам, сколько вам лет, кандидат вы, доктор, меднаук, профессор, какую вы должность занимаете, они идут на вас, потому что они видят ваш результат, они видят, как вы делитесь информацией, и что самое главное, что вы не боитесь делиться этой информацией. Если вы не боитесь, значит, у вас все хорошо. Вот, поэтому э, внедряем разные коллаборации. Всегда вписывайтесь во все проекты, которые вам пишут с точки зрения СМИ. Э, газеты, журналы, видео, разные тексты. Как только вы прервете эту цепочку э, потока, все считайте о вас забыли. Вот, например, мне написали с Яндекс.Кью, Сразу я ответил, быстренько все закрути, закручиваете и начинайте дальше коллаборацию. Так и с каждым любым проектом. Чем больше вас публикуют, чем больше вы френдли, тем любимым вы станете для публики. Вот, например, напишите сейчас какому-нибудь профессору о том, что выступить с выступлением или дать комментарий. Это же начнется да вот я не знаю, а что это мне даст, а у меня очень много времени, а сколько вы мне дадите ассистентов, а кто-то за меня напишет, я могу там, я слишком занятый профессор. Окей, all right, не надо, спасибо большое, он не занятый, молодой, талантливый, прокомментирует и тем самым повысит свою популярность. И обязательно анализируем. Без анализа ничего не работает. Самый нелюбимый проект и процесс – анализ самого себя. Как ты, все, как ты все сделал, что зашло, что не зашло, и работаем в нужном направлении. Поэтому это очень важный момент, и обязательно собирайте фидбэк. Как бы это ни больно ни звучало, даже с командами, собирайте фидбэк у команды. Какой вы лидер, какой вы управленец и как им контент. Потому что иногда контент вам кажется, что все супер, круто, классно, а команда говорит, ну, too much поменьше больших операций, побольше смазанных кадров. Поэтому это тоже очень важно. Вот, поэтому какие ошибки мы часто совершаем, когда начинаем свое движение по личному бренду? Первое, мы обязательно мы используем помощников. Помощники — это SMM, менеджеры, маркетологи, помощники по развитию, Сейчас это супер популярная профессия в 16 плюс лет. Консультация, знаете, сколько стоит консультация? Вот сколько, вот поднимите руку, у кого консультация стоит больше 15 тысяч. А, нет таких, да? Поздравляю, консультация с менеджера, которому 17 лет, стоит 20 тысяч. Я слегка, как бы политкорректное слово это подобрать, был взволнован когда на одной из конференций я случайно попал там одного блогера, я смотрю реально людям, я себя старым там чувствую, там 15-16 лет. Здравствуйте, меня зовут Таня, мне 16 лет, я SMM-менеджер, человек по продвижению, там чего-то продвижению, я собираю клики, смики, я даже таких слов не знаю, я сделаю охваты просто миллиардные. Да, скажите, пожалуйста, как мне выйти? Я не могу пробить свой потолок, мои консультации стоят 20 тысяч целый час. Я говорю, Таня, моя консультация стоит 3000 рублей, и я учился 11 этих лет, чтобы... Я прошла онлайн-курс у самой там не будем называть фамилию, но мы же не, не их. Трехмесячный курс, трехмесячный интенсив, как стать номер один. Супер, спасибо большое, Татьяна. Татьяна сидит такая и говорит, э -э -э я задал вопрос, там, провокационный один вопрос одному из там маркетологов, э -э и он ответил, э -э занимайтесь своим делом, не лезьте в э -э Инстаграм, не лезьте вам в продвижение личного бренда, типа, оперируйте. Ну, я ему в спину сказал, что 30% умирают от рака, и все, 30% от кардиохирургии. Он так повернулся, так, говорю, я хирург-онколог, да, да, да. И от хорошей жизни появляется колоректальный рак, который я оперирую. Такой, так, ладно, кто готов помочь этому доктору с, там, с лидами, с чем то еще? Ну, естественно, там вызвались кучу 16-летних Татьян. Одна из них мне написала, говорит, хорошо, я готов вам провести бесплатную онлайн-консультацию. Я говорю, Татьяна, все супер, отлично, давайте обсудим. Она говорит, так, ну тут нужно использовать бенчмарк, туда социальные сети, мы сделаем интеграцию. Я говорю, Татьяна. С чего начнем? Она говорит, ну смотрите, нам нужно добавить больше вашей узнаваемости бренда, давайте заколобимся с инстасамкой. Я говорю, с кем? Она говорит, вы что, не знаете? Фух. Я говорю, Татьяна. сбавляйте обороты. Она говорит, ладно, давайте перейдем сразу к сути, нам нужно полтора миллиона для развития вашего бренда. Я говорю, чего? Полтора миллиона рублей. Миллион мы вложим в интеграцию, полмиллиона в коллаборацию и еще полмиллиона в коллабоинтеграцию. И растем, интегрироваться будем. Это не ваша задача. Вот, поэтому помните о том, что кучу советчиков у вас будет, и только экспертный контент, который мы публикуем, нужно обязательно проверять, потому что очень любят копирайтеры брать, гуглить и говорить, как лечить рак, и начнется советчиков кучу, там, бобровая струя и так далее. Мне пару раз такое было, советчиков. Вот, поэтому контент нужно обязательно проверять. Обязательно обратная связь. И публикуем страшно не публикуем страшные фотографии. Используйте хорошие, красивые фотографии, протирайте камеру. Как мой говорит продюсер, всегда протри камеру перед тем, как запис, записал. Запиши, перезапиши снова. Ну, вот. Поэтому пять советов, которые хочется всегда давать в Инстаграме, в личном бренде, делайте экспертный контент, ничего не бойтесь, двигайтесь вперед, обязательно себя перепроверяйте и проверяйте то, что вы публикуете. Или если у вас есть помощник, смотрите, что публикует ваш помощник, потому что иногда бывают у них определенные солнечные затмения, которые не очень хорошо срабатывают, и нужно обязательно проверять. Дальше поговорим мы о том, что не учат в Медвузах. Это, конечно же, мы уже поговорили про личный бренд. И два основных навыка ⁇ это навык коммуникации и навык управления командами. Как мы знаем, что профессионализм врача состоит из трех основных составляющих. Первое ⁇ вопрос зала. Знание. Второе ⁇ коммуникация. То есть у нас есть твердый навык, у нас есть навык коммуникации и критическое мышление и научные публикации. Все. То есть не нужно быть как бы гением, чтобы со три, вот эту пирамидку сложить себе. Вот hard skill, коммуникация и наука. Кого учили коммуникации в университете? Как это было? Четвертый курс, идите общайтесь с пациентами. А особенно это крутая кафедра педиатрии, когда нужно общаться с детьми и с мамами просто, когда ты приходишь и говоришь, а, привет, он, привет, на игрушку побежал. С чего начать? Здравствуйте. Как? как? Эти навыки никто нас не учит. Навык на критического мышления. Кто у нас доказательные врачи? Все? Супер. Мне говорят, вы доказательный доктор? Я говорю, да, ровно три дня, когда еду учиться по доказательной медицине. Потому что это очень популярная доказательная медицина, все такие мы доказательные врачи, но на самом деле доказательная медицина, она имеет свои плюсы и минусы. Потому что вы знаете, что подмет это такой сбор информации, в котором вы всегда найдете подтверждение вашей мысли. Например, вы знали, что самцы пчел под действием кокаина размножаются сильнее, чем без его действия. Вуаля, рандомизированное исследование, доказательная медицина. Поэтому вы можете подтвердить любой свой, свою гипотезу. Но как правильно разбираться в исследованиях, как смотреть эти исследования и, и, как их принимать, никто нас не учит. Вот. И тут мы переходим с вами на навыки общения и про, поговорим пациента с жалобами. Это, по-моему, терапевт, которому плохо ответили, да? Представляем ситуацию. Имейте в виду, сейчас, мы будем, сейчас вы будете тоже участвовать. Представляем ситуацию, заходит пациент, сидит у нас доктор Светила. Пациент говорит, здрасте, доктор, мне нужна такая, у меня такая история, такая проблема. Ну и доктор, естественно, смотрит на себя, что-то печатает, говорит, так, давайте быстрее, у меня мало времени. Вот это самая моя любимая фраза. Давайте быстрее, у меня мало времени. И потом э, пациент, естественно, понимает, что у, у доктора мало времени начинает быстренько сливать анамнез. Э, доктор, естественно, не отвечает, не реагирует, и в конце вишенка на торте я называю. Вам не ко мне. Вам к неврологу. До свидания. Жалоба на сайт клиники, доктор не выслушал, доктор не поговорил. Э, вызывает доктора главного врачу, начинает чехвостить, а доктор что отвечает? Ну, есть, ну, я же доктор. Он ко мне пришел, он еще мне нагрубил, и все, я не имею никакого отношения к диагнозу. Как в таких ситуациях действовать? Кто, кто прав? Кто доктор или Пациент что написал жалобу, или доктор, который не послушал и не отправил, его, отправил пациента к неврологу, не, не выслушав жалобы. Бинго. И первая ловушка, в которую мы попадаем, это ловушка иерархии. Кто на консультации должен? Врач пациенту или пациент врачу? У нас есть... У нас клиент или Пациент. Отлично. Пациент приходит к доктору зачем? За, ну, за помощью. Это когда вот сегодня я летел в самолете и спросили, есть ли доктор в, на борту маленькому мальчику. Маленький мальчик маленькая тошнила после того, как он съел там два дня яичницу, он ничего не ел, не пил э, запах ацетона изо рта, и все такие собрались вокруг, вокруг не мальчика и начали ему диагностировать аппендицит. И тут я пришел и говорю, дайте ему кока-колу, и все пройдет вот здесь как бы доктор помощь пожалуйста а когда к вам доктор пациент приходит на консультацию ну, информированием вы на Яндекс.Кью может пациент прийти он приходит к вам за услугой услуга это называется консультация Ну вы же когда приходите в автосалон вы же не приходите за информированием о том какая хорошая машина просто спросите есть такой сервис Поэтому вы говорите, есть такой сервис просто спросить, и говорите, можете там спросить. Если вам нужна консультация, обязательно можете обратиться ко мне. Просто спросить, это тоже об этом мы поговорим с вами чуть позже. Помните о том, что любой конфликт можно предотвратить. И чаще всего навык эмпатии, который существует в общении с пациентами, это то, что является безукоризненным, победным вашим навыком в рукаве. Вы всегда можете сказать, вы знаете, я вас вот так понимаю, ваши переживания, я вижу, что вы заволнованы, Но вы понимаете, так сложилось, что я терапевт. А у вас же неврология, я правильно понимаю? Да, у меня боли, там прострелы какие-то есть. Давайте мы вместе решим вашу проблему у невролога. О, доктор, давайте. Побежали к неврологу, побежали к неврологу. Для большинства докторов они скажут: ну я же учился, я же там. Но на самом деле пациент это человек, который приходит к вам за услугой, и когда навыки эмпатии преобладают, навыки сопереживания, там протокол Spikes, это то, что помогает вам а профилактировать жалобы. Б. Быть красив, хорошим и сильным доктором в глазах пациента. И С. Пациент будет выполнять ваше назначение. И чем больше благодарных пациентов, тем больше пациентов у вас на приеме. Один благодарный пациент приведет вам 10. Один расстроенный заберут у вас 100. Поэтому здесь классическая история, которую доктора используют, что мы перегружены, у нас 4 минуты на прием, Времени нет, поэтому я не могу быстренько. Я как, как сортировщик. Налево, направо. Так, вам ко мне, вам не ко мне, вам ко мне, вам не ко мне. Частая история, поэтому старайтесь этого избегать. И если сильно просто спросить, можно просто ответить. Вот тоже к вопросу. Она говорит, здравствуйте, мне только просто спросить, что вам спросить. Скажите, пожалуйста, а где мне, как мне лечить гастрит, который у меня уже давно в запущенном состоянии? Ты говорите, отличный вопрос. На этот вопрос, я вам, если вам можно лечить таблетками. А какими таблетками мы узнаем в следующей серии. Так, важный жалоба номер два. Пациент пришел к доктору, а, мануальный терапевт. Вы знаете, к кому вы пришли. А, участвует тоже история, когда приходят к доктору светили и говорят: вы знаете, к кому вы пришли. Я же доктор. Вы что, мне тут такие вопросы? Я тут вопросы буду задавать. Вот. И, конечно же, пациент с неприятными чувствами уходит от, от доктора. И тут, тут в целом, в принципе, у нас такая же история. Мы всегда используем навык эмпатии. Сопереживайте. Посмотрите, как работают нетрадиционные терапевты, которые продают мухоморы и траву всякую. Вы когда-нибудь слышали, как работает вот эта альтернативная медицина? Никто не был на консультации? Рекомендую. Блеск. Это мастера навыка общения. Прихожу я на консультацию и говорю о том, что у меня головные боли, у меня там отдает спину, и еще у меня там руки не имеют. Такие, Ростислав, вы по адресу. Доктор, как-то я не помню ее. Я сижу с ней, она такая: "Вы знаете, я травница. Моя бабушка была травницей, мой, моя прабабушка была травницей, и у нас есть супер рецепты от всего. Вы знаете, ваша проблема заключается в желудке. Желудок это такой орган, который находится в животе ярю." Так, и, и вы знаете, что желудок это мозг человека. Я говорю, так, и вот этот мозг нужно лечить. И мы вам сделаем травы сейчас. И говорит, я вас очень понимаю. Я даже по вам вижу, вы, вы так расстроены своей проблемой. Я говорю, я да. Боже, я не знаю, что бы я делала, если бы у меня болела, болела голова, болела спина и стреляла еще в руку. Я говорю, ой, я не знаю, что вы. Но вы знаете, мы вместе с вами найдем решение. Я такой, да, тяга, сейчас я вам заварю тягу, и все пройдет я. Но ну, скорее заваривайте. Поэтому почему у наших коллег ну не знаю, как их коллег назвать, даже альтернативных медиков очень много пациентов, потому что доктора плохо общаются, и они идут за утешением. Поэтому попробуйте, это очень круто, разок сходить к нетрадиционному терапевту. Очень много чего научитесь. Я после этого вообще стал с черным поясом по общению, когда увидел, как они там, там а по руке как гладят, Блин, вообще просто я чуть не заснул. Еще вот это я так только. Ай, не надо больше слов. Эти все фишечки очень хорошо работают. Не знаю, кто их обучает, но общаются они очень хорошо. Ну и тут, конечно, третья жалоба по поводу формальных записей. Ну, вы, наверное, видели, да, эти жалобы, которые в Нет, не видели. К вам обратился пациент, к терапевту, обратился в клинику с пигментным образованием подозреваем меланому, врач быстро поговорил, увидел признаки, ничего не сказал. А, при всем это сказал, что он негодяй против второго мнения. А, второе мнение, супер. Доктор, здравствуйте. Вы знаете, я к вам пришла, пришел на консультацию. Что вас беспокоит? Я хочу лечиться в Израиле. Кто встречался с этой ситуацией? Или в Германию? Куда, куда отправляется пациент? В какое путешествие? В пешее, в позе бегущего египтянина. Но на самом деле ситуация заключается в следующем. Пациент пришел к вам как к эксперту, и он очень испуган. И если вы сработаете с ним с навыком эмпатии и, и посопереживаете, поверьте мне, он останется с вами. У нас эта история очень популярна у онкологов, когда пациенты приходят и говорят, «Здравствуйте, я в Израиль». Ты говоришь, «Здрасте, отлично, вы большой молодец». А где же вы это узнали? Я прочитала в Яндексе. Так, и что там в Яндексе? Лечение рака. И сразу университетская клиника Тель-Авива, все, тебе звонят буквально, ты только еще даже не переключился, тебе уже звонят, «Алло, здравствуйте, меня зовут...» «Роза, я, я представляю клинику в что же вам помочь, как же вам помочь?» «Мы все вам сделаем буквально за 100 миллионов тысяч долларов». Вот. И он приходит к вам и говорит, «Доктор, мне нужно продавать почку или по УМС бесплатно у вас». Ты говоришь, «Вы знаете, я понимаю ваши переживания». «Ну, действительно, вы взволнованы, и вы большой молодец, что читаете в интернете». Пациент такой, «Класс, я красавчик, я много чего читаю, я большой, большущий молодец». И э, продолжает, «Ну, что вы скажете про Израиль?» Сказать, а почему вам нравится? Может быть там теплее или может быть там погода лучше или врачи? Говорят, ну там врачи лучше. Я говорю, а чем? Ну они же в Израиле. Я говорю, так вы поверьте, посмотрите, они, наши, ж, мы учились там же, где вы, да? Я говорю, организм он строится таким же образом, и в целом лечение будет такое же. Я говорю, только есть одна маленькая разница. Такая, какая? Я говорю, здесь мы можем вам взять бесплатно, а здесь может быть платно. Но ну, ну, это ваше решение. «Знаете, доктор, и что, действительно, вы полечите, как в Израиле?» Я говорю, «Полечим, как в Израиле, и даже за руку подержим». «Здорово, все, Лечим, и остаемся лечиться». Потому что в Израиле и в любых других там странах Южной, Северной Кореи, в Америке навык общения очень развит. И вот эти хантеры, которые общаются, первые завлекают пациентов, они блестяще общаются. Поэтому все пациенты, которые планируют уезжать в Израиль или в Германию, если вы с ними пообщаетесь, поверьте мне, останутся с вами, будут очень благодарны и приведут еще не, менее, не меньшую армию пациентов, которые хотели лечиться в Израиле, но будут лечиться у вас. Поэтому сопереживаем, рассказываем. Я, знаете, как мы делим разговор, то есть поприветствовали, послушали пациента, рассказали о проблемах. План и прощание. Потому что что запоминает пациент на консультации? Два момента. Как с ним поздоровались и как с ним попрощались. Кто помнит Олимпиаду в 2014 году в Сочи? Что запомнилось вам больше всего на открытии? Как вы это запомнили? Потому что наш организм, наш мозг запоминает э, файл критического запоминания. Мы запоминаем то, что ярко. Консультация это то же самое, яркие два всплеска. Начало консультации, конец консультации. В середине консультации вы можете обсудить, что у вас страшный диагноз, с которым вам жить осталось два месяца, но пациент не вспомнит об этом. Он вспомнит, как ему было хорошо до и после. Все. Вот, например, то же самое с лекцией. Вот вы сегодня слушаете лекцию мою, все интересно, круто, классно. Вы послушаете часть лекции, там что-то запомните, что-то не запомните. Но вы поймете, что вам было классно, потому что с вами классно поздоровались, классно вас там, замотивировали и круто попрощаются путем всяких подарочков, интересного энтертеймента и расскажу вам какую-нибудь интересную, интересную историю, которая вынесет вас в космос. То же самое с пациентом. Помните об этом и в общении с командами в том числе. Дальше мы поговорим о лидерстве. Лидерство — это такой навык, и на самом деле ему можно научиться. Вот, например, диван, диванные аналитики, которые сидят в третьем ряду. Вот у меня три девушки сидят. Скажите, в чем разница лидера и руководителя? Дайте на микрофончик. Да, потому что они, они 100% гуглили сейчас, мы их немножко этот, не гуглили, а Яндекс, Яндексили. яндексировали девчонки, чем, в чем разница лидера от э, руководителя? У вас, у вас заведующие есть отделением? Есть. Они лидеры или заведующие? Я думаю, что лидеры, они направляют команду. Направляют команду куда? М -м, они помогают развиваться. Так, и... подождите, подождите, подождите. Куда они направляют? Ну, к успехам, к достижениям. Так, так. И помогают развиваться. А как они помогают развиваться? дают возможность выступать на конференциях, так. помогают правильно организовывать свое рабочее время и выступления и так далее. Вау, великолепно! Это очень круто. Так в чем разница между лидером и заведующим? Лидер лидирует, а заведующий заведует? Ну логично же, да? И разница очень простая. Лидер это человек, у которого есть инфлюенсеры, фолловеры, фолловеры, которые сидят, например, на заднем, на заднем ряду, они сидят активно, слушают и, и индексируют все, что мы о чем мы говорим. А руководитель это человек, у которого есть подчиненные, то есть такой человек, который именно шеймит делает такой культ личности и действует по определенному плану. И сегодня мы с вами поговорим о том, как стать лидером. И в целом лидером становится любой человек, который захочет. Лидерами не рождаются, лидерами становятся. Потому что для меня был всегда интересный вопрос, как стать классным заведующим, не имея, не имея там каких-то знакомств. Я понял, что это помогут 10% лекций. 20% коучинга и 70% это обязательно активная реальная практика. Так нас учили в Гарварде. То есть мы постоянно обсуждали разные примеры, разные случаи из практики. И каждый из нас по кругу давал свои реакции. Вот, например, мы задали вопрос, как хорошо, вот продолжим по поводу лидеров, как ваш лидер работает с выгоранием? Или у вас не выгорают врачи? целый модуль по выгоранию в Гарварде, ну то есть вы представляете целый модуль, это это четыре лекции а, в течение двух дней, то есть постоянно просто по выгоранию. И нас собирают в одну группу, и я попадаю в группу вместе с заведующим кардиологии в Кливленд клинике, руководителем травмы в Лондонский хоспитал, и с поляком, который он кардиолог или терапевт я так и не понял, кто он какую специальность занимает. Все заведующие и я. Ну и спрашиваем, начинаем с Кливленда. Я говорю, как дела, как у вас там? Он говорит, о, у нас все плохо. У нас целый департамент который, психологов, который занимается выгоранием врачей и медсестер, который занимается процессами выстраивания отношений. Но у нас все плохо, все выгорают. Спрашиваю, как в Лондоне? Он говорит, о, у нас тоже все плохо. У нас, если ты поругался с, там, с друг с другом, идешь к психологу, ты находишь общий язык, и только потом приходишь на работу. Я думаю, ну сейчас поляк, наверное, скажет. Я говорю, как дела? Он говорит: о, тоже все плохо. Я говорю, почему плохо? Он говорит, ну, у нас психолог есть в отделении, он проверяет, но никто не ходит к нему. Он говорит, а как у вас в, с выгоранием? Я говорю, у нас все хорошо. Он говорит, как хорошо? Я говорю, у нас никто не выгорает. Да. Вот, а психолог на самом деле очень крутая штука, потом расскажу, как мы внедрили. У нас бывает шесть типов лидеров. Это босс, пейсмейкер, э -э, листнер, слушатель, демократ, э -э, тренер и визионер. Босс — самая частая история, когда мы принуждаем, э -э, не, не даем инициативу. Он хорош во время кризиса, авантюрист, задает тон, постоянно движется. Постоянно, знаете, такие пейсмейкеры, которые «давай, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее». Но, к сожалению, пациенты-врачи пациенты, и команда очень быстро устают и просто к пятнице уже волочат ноги. Он говорит «давайте еще суббота-воскресенье, давайте работать». Демократ – очень прекрасный вариант лидерства, который все время слушает, слушает, поощряет, молодец, молодец. Всех слушает, знаете, вот это лидеры, которые собирают все в кучку вокруг. «А ты что скажешь?» А ты что скажешь? А ты... И все таки «Шеф, ну что дальше? Мне надо подумать». И уходит без решения. Есть у нас, конечно же, мамочки в коллективах лидеров, которые готовы любить и слушать. Прекрасная эмоциональная обстановка. Ходит всех по голове «мы ты хороший», «все будет хорошо», «все-все-все отлично». Но абсолютно не понимает, куда двигаться, как улучшать и что будет. Команде отлично, результатов никаких. Но все супер. Нам весело, мы в радуге и в процветании. Очень классный тип лидерства это тренер-коучинг, который постоянно работает с командой, постоянно тренирует, постоянно рассказывает, как быть лучше. Проблема для команды хорошо, проблема коуча: не хватает времени, много забирает по времени обучения, и тем самым не дает время для визионерства и продвижения. И э, вариант ⁇ Провидец авторитет ⁇ который прибег, прибегает раз в неделю, нарисовывает задачи, говорит, э, 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 мы будем захватывать новые вершины, как захватывать, что захватывать, непонятно, всем раздает кучу задач и убегает. Тоже вариант, который существует. Поэтому у лидера всегда есть 9 признаков лидера надежной базы. Это лидер как всегда спокоен. Он приветствует риски, он понимает человека, видит потенциал, слушает задает вопросы и, что самое главное, четко доносит свои мысли не абстрактно, а пошагово. Фокусируется на позитиве и сигнализирует о своей доступности. То есть всегда можно с лидером, лидер он доступен, его за ним его можно за руку подержать. Поэтому мы нужны, нам нужна диверсификация. То есть современный лидер это лидер, который совмещает в себе все подтипы, которые помогают ему двигаться вперед, вовлекаться, помогать команду, развивать команду, и что самое главное, не бояться конкуренции, становиться лучше. Поэтому, в принципе, как оказалось, что людям всего нужно две вещи: это эмоциональная безопасность, чтобы люди работали в комфорте, и доступность признания и риска, на который они идут чтобы ваша команда никогда не боялась рисковать и понимала, что им за это по голове не дадут, а только поощрят и дадут движение вперед. Поэтому моя главная миссия, которую я себе сейчас ставлю, это помогать врачам становиться лучше, помогать своей команде, помогать докторам, которые ко мне обращаются, и двигать их вверх и вперед. Поэтому... Разговор это хорошо, но вот на примере мы запустили свой наш курс по лидершипу, курс наставничества. Его в этом году прошло порядка 45 человек. Притом проходили и ординаторы, и главные врачи в одной команде. И очень было круто, когда у них было там, они были, у них были бади, бади старший с младшим, младший стимулировал старшего, старший такой, Блин, давай поспокойнее, потому что мы. Это, нав... Это курс, который мы сделали в онлайне для врачей, ординаторов-студентов. Он очень помог развить им разные направления, такие как лидерство, управление командами, стратегический менеджмент и, что самое главное, финансы которому нас тоже никто ничего не учит. Когда я с ужасом узнал, что нужно знать финансы для того, чтобы быть успешным э, руководителем отделения, и когда оказалось, что как только ты начинаешь в них разбираться и показывать результаты клиники, то ты резко становишься нужным человеком. Потому что, к сожалению или к счастью, любой клинике нужны деньги. Если вы будете не только хорошо лечить, но и считать, это вдвойне повысит вашу популярность. Поэтому мы создали этот курс, помогли, показали врачам, что бывают другие стороны, и хорошо развили. Безусловно, это курс в Communication School мы запустили первую онлайн по общению с пациентами. Сейчас мы запустили уже с наставничеством. Это мой партнер Максим Котов, тоже, кстати, в этом году вошел в список Forbes в Longlist. Навыки общения с актером, то есть у нас есть актер, который постоянно тренирует докторов. Это тоже очень круто. То есть тоже мы 90% обучения, это практика, обмен опытом и разные ролевые игры. Вот. И, конечно же, это все мы будем закольцовывать и закольцевали уже во врачебную платформу, которая собирает это все воедино. И я думаю, что с Яндекс.Кью совместными проектами мы обменяемся классными экспертами и поможем друг другу становиться лучше. Вот, это целая команда. То есть помним о том, что я вам говорил о том, что ни один человек не может работать сам. Мне помогает целая команда. И без команды ни один лидер не сможет толкнуть никакой проект и не сможет сделать так все прекрасно. Поэтому не стесняйтесь, привлекайте команды, развивайте их и давайте им возможность реализоваться. Вот. Хочу вас также пригласить на нашу конференцию в октябре. Эта конференция будет по лидерству. Это все эксперты, которые были у нас на курсе. Все англоговорящие, все с зарубежным образованием. Мы проведем разные классные лекции по управлению, по стратегическому менеджменту и разных soft skills. И, конечно, вишенка на торте это станет 4 февраля 2023 года, когда я вместе со своей большой командой мы проведем на Тинькофф-арене в Петербурге на 5000 человек конференцию, где будет в режиме нон-стоп 10 часов. А, будут собраны самые топовые эксперты, которые в, на медицинском рынке. Ладно, могу часть уже сказать. Это, например, а, кто знает клинику Фомина? Вот Дима Фомин у нас мейн а, спикер. А, кто знает Тимура Хайдарова, пластического хирурга, который полтора Хайдаров выступает? Робота Дуняша увидели? видели? создатель робота будет рассказывать вам про инновации. Дополненная реальность. Все это все будет. И что самое главное, мы все это садим воедино. И главная цель нашего, нашей конференции большой — не помериться у кого толще, длиннее и кто наукообразней, а стать хедлайном на целый год, чтобы люди понимали, что такое менеджмент, инновации, мотивация, как двигаться вперед и самые прикладные знания, которые вам потребуются для того, чтобы выстраивать эффективные команды. Вот. Ну и в конце хотелось бы вам сказать, что только ответственность и бесстрашие, которое вы проявляете, когда вы берете на себя ее, вы берете на себя ответственность за команду, берете ответственность за ваш коллектив и за ваши проекты даст вам возможность покорять новые вершины и достигать новых успехов. Спасибо большое. Да, теперь я немного ворвусь снова. И по поводу итогов задачи. У нас победил Ростислав Соков. Я думаю, что он, скорее всего, в онлайне. Так что пусть он там в чатике напишет, что это он, и с ним свяжутся. Поставит огонечки. Да, огонечки можно Пошу. мне, пожалуйста. Конечно. Спасибо. Вот. И еще прикольная штука, которую мы придумали совместно с Ростиславом, это нетворкинг, это возможность нам всем познакомиться, те, кто в онлайне и офлайне, и вообще всем экспертам соединиться в одном месте. А там есть пример, как можно себе написать в нескольких предложениях, тоже по QR-коду, и всем, кто поучаствовал в этом нетворке, вы получите классный гайд о том, как снять дискомфорт пациента на первичном приеме и вообще быть гением коммуникации. Тоже Ростислав составлял, поэтому мы всех вас очень ждем. Вот, и сейчас время вопросов и ответов. А, я не знаю, есть ли у вас вопросы. Я подозреваю, что кто-то из вас сейчас будет стесняться. Поэтому я начну первое. Вы начали говорить о выгорании. Это вообще, да. мне кажется, очень крутая тема. А, раз уж вас в Гарварде научили, как с ним справляться, может быть, вы какие-то лайфхаки расскажете, что делать врачу, чтобы не выгорать? Первое об этом сказать своему руководителю, что вуаля, процесс выгорания существует. Я вам расскажу, как я работаю со своим выгоранием и расскажу, как я работаю с командным выгоранием. У нас в отделении есть психолог, который работает по две сессии с врачами. С каждым доктором он работает две сессии. Кому нужно больше, берут больше. Даже с ординаторами. Бесплатно. Плюс... Этот психолог работает с пациентами, и как только у нас появляется какой-нибудь активный скандалист Паша Фас, и Паша идет сразу с ним работать, при том, что Паша обожает их. То есть, например, пациент приходит, говорит: вот мне там то не нравится, это не нравится, начинает сразу на доктора вцепляться, вот так вот просто как, как коршун вцепляется. Доктор такой: Зоя Петровна секундочку павел и павел здравствуйте Завида, вы переживаете пойдемте на диванчик сядем вот и паша как бы снимает это всю э, все это напряжение и на самом деле врачи мои врачи сказали что им стало работать лучше плюс очень важный момент коммуникация между медсестрами то есть мы проводим определенные общие тренинги для врачей и, под, и медсестер, и они вместе коммуницируют разные интересные интертейменты. Из последнего интертеймента это была вылазка в пинбол. Вы видели когда-нибудь 34 человека, которые все хотят убить ночмеда или заведующего? У меня просто фиолетовые, вот так вот, просто были бока. Я не знал, почему меня так все хотели. Я еще снял очки, думаю, сейчас я так буду на, на, на ощущения играть. Вот. И все прям набегались, отстрелялись, и очень здорово вышли. Но для профилактики выгорания три основные составляющие – это спорт, это навык общения и обязательно отдых. Я знаю о том, что наши старшие коллеги всегда да, говорили, кичились тем, что мы пять лет без отпуска, от заката до рассвета, мы такие молодцы, а вот вы стали слабенькими, вот уже вам полгодика отработал, уже в отпуск, уже надо ехать отдыхать. Едьте, отдыхайте. Я скажу по себе, я раз в 3-4 месяца беру недельный отпуск. Стабильно. Да, вот я вот если у меня получается, я беру двухнедельный отпуск. Но обязательно отпуск всегда. То есть я вот в этом году не взял в мае отпуск. У меня родился сын. И случилось так, я еду до августа, еле дополз. Потому что сразу ты начинаешь быть агрессивным. Ты... У нас напряжение очень большое. Притом сейчас очень много разных жалобщиков. А наши коллеги с погонами это очень любят. Еще начинают тебя подхватывать на этом. Вот, поэтому берите отпуска обязательно. Ну и, конечно, не стесняйтесь работать психологом. Это очень круто. И у нас в команде, например, если случаются какие-то у кого-то срывы или тяжелые ситуации между друг другом, идут к Паше и с Пашей работают. Супер, очень радостно слышать такие истории, что существуют такие клиники. Я, насколько знаю, у нас есть вопросы в онлайн. Давайте, наверное, с них начнем. Их прям голосом зададут. Мы государственная клиника еще. Еще напомню. Мы государственная, не частная клиника. Я государственная клиника. ОМС. И спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Нет, там сейчас уже. Не слышно? А вот сейчас слышно. Супер. А у нас первый вопрос будет из чата от Александра. Ростислав, как вы прокачали свой hard skill, поскольку времени уделяли и уделяете для изучения теории? Александр, спасибо, отличный вопрос. Все очень просто, 10 тысяч часов. Время для сна – это время для слабаков. Когда вы молодой, нужно читать книги. Я это понял. Вот вы даже сейчас, вот вы, плюс-минус 30 плюс. Раньше можно было всю ночь отгулять на дискотеке и утром идти спокойненько на пары. Сейчас ты вечером пару бокальчиков вина в пятницу выпьешь, в субботу уже такой, блин, зачем я пил это вино. Поэтому возраст – это то, что дает вам большое преимущество. Я обязательно читаю книги. К сожалению, мне приходится догонять, например, художественную литературу. То есть я очень слаб там, в Достоевском, в Пастернаке или не могу обсудить последние ноль Харари. Тем не менее, могу обсудить очень хорошие последние исследования из Ланцета по влиянию каких-либо иммунотерапии иммуно 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 на лечение колоректального рака. Ростислав, добрый день. Меня зовут Валерия, я врач-стоматолог. Вопрос мой следующий. Расскажите, пожалуйста. Я немного опоздала, возможно, упустила, но вроде бы нет. А момент поступления на программу в Гарварде. Как вы ее искали? О -о -о. Технически как-то осуществлялось? Очень, все очень просто. Заходите в Яндекс и пишите Гарвард Университет Энтед. в Гарвард Университи. Они вам рассказывают. Вот, пожалуйста, любые программы. Ты такой думаешь: ну все. Сейчас я «Apply now». Отправляешь, тебе говорят «Здравствуйте, мы рады вас приветствовать в Гарварде. Мы номер один университет в мире, ничего сложного абсолютно нет. Просто напишите мне CV, application, три рекомендательных письма, пришлите свой сертификат английского языка и приготовьте хорошую стопочку денег. Вы готовы?» Ты говоришь «Да», поступаю, отправляешь. Присылают тебе ответ и говорят «Здравствуйте, спасибо большое, что вы попробовали. Пробуйте в следующем году» ты такой, э excuse me, пишешь там вот эти слова на английском языке неприличные, они говорят, да, мы nerd. понимаем ваши переживания. Да, мы помним, что мы номер один университет на планете Земля, но вы нам не интересны. Пожалуйста, вам нужно для этого раз, два, три, четыре. Пишешь, окей. Следующий год. Самое главное, вот не остановиться. Идешь, они как бы там раз в полгода идет поступление, или раз, когда на разные программы по-разному. Поступаешь заново, говоришь, здрасте, я все тот же Ростислав, да-да-да, у меня все готово. Вот, пожалуйста, смотрите, я тут немножко подучился, немножко подкачался, я тут еще немножко красавчик. Они такие, а, вот теперь вы немножко красавчик. Вот теперь мы с вами поговорим по телефону. Тебе говорят, здравствуйте, вас беспокоит Гарвард, как у вас дела? А, ничего страшного, 102 часа ночи, у нас 6 часов вечера. что вы спите? Не, а, не спите, хорошо, что в 2 часа ночи вы не спите, вы нам подходите для обучения. Давайте мы поговорим с вами теперь с комиссией общаемся с комиссией, потом вы выставляют чек на определенную сумму денег. вы говорите, а вы знаете, а я вообще бедный, у меня нет столько денег. Это не беда. Давайте вы оплатите в два, в два платежа. Ты говоришь, нет, у меня вообще денег нету, поэтому давайте я буду оплачивать в течение 12 месяцев. Они говорят, ну ладно, вы у нас бедные, поэтому не страшно. Будьте в, 12, в течение 12 месяцев. Но помните, что если вы сдадите сессию на троечку, то вы будете отчислен... отчислены, а денежки, которые вы заплатили, вам не вернут, и вам дадут бумажечку такой, что ты прослушал, курс... ты прослушал курс лекции в Гарварде. И лучше эту бумажку никогда никому не показывать. Потому что если ты не получил диплом на программе, значит, ты тебя отчислили, а если тебя отчислили, значит, ты не очень хороший человек. Поэтому для того, чтобы перед тем, как поступать в Гарвард, хорошо подумайте, нужно ли вам это. Это не так прикольно, как кажется. Во-вторых, нам нужно хорошо обзавестись временем, потому что учиться в Гарварде это очень прикольно в плане плюс 6 часов. Когда у тебя начинаются пары в 2 часа и заканчиваются в 2 часа ночи, и плюс онлайн. Онлайн в Гарварде сумасшедший, тяжелый. У тебя пост... такое ощущение, что на тебя преподаватели вот так вот смотрит постоянно и постоянно спрашивают. Вот, как я э, симпатичных девушек спрашивал на третьем ряду, вот так сидел, пока не в телефон, а ты в телефон там не можешь ты все время включаешь, ты можешь там сделать скриншот, когда ты, знаете, вот использовали в Zoom вот это. Моргните, да? Или там, а ты такой сидишь, ну, скриншотик сделал. Вот поэтому там постоянно требуют твоей активности, активности, и чтобы ты задавал вопросы. Потому что если ты не задаешь вопросы, значит, тебе неинтересно, или ты не усвоил. А если ты не усвоил, зачем ты такой нужен? Иди домой. Поэтому все очень просто. Спасибо. Вы онлайн, да, проходили очень? Я должен был проходить офлайн раз-два месяца, летать на две недели, но так как случился ковид, нас перевели в онлайн, и я не до конца понимал, насколько будет сложно вот в онлайне. Хотя мои преподаватели из Америки говорили: "О дружок, онлайн, ты сейчас попадешь". Говорит: "Да ладно, я там буду спать с закрытыми глазами". Нет, они тебя, они с тебя выжмут, и они реально выжимали. Спасибо большое. Ну, звучит круто, да, Гарвард? Можно, кстати, там пройти курсы двухдневные, тоже получить эту бумажку, что вы в Гарварде учились. Сейчас у нас активные тоже есть несколько ряд врачей, которые мы учились в Гарварде. Там, типа, онлайн курс 300 долларов. Там, два дня и бумажку получаешь. Поэтому спрашивайте, когда ты слышишь, пишет Гарвард Университет, какие программы они проходили. Да. У нас в Зуме есть еще вопрос. Угу. он снова от Александра. Если хирургам из контента можно постить фрагменты операции, что можете предложить терапевтам? Как терапевтам показывать свои результаты? О, так терапевтам вообще там можно горы сворачивать. Мастерски аскультатировать пациента. Кто мастерски аскультатирует как терапевт? Поток пациентов на терапевта – это вообще идеальный показатель в вашей записи. То есть, если у терапевта выстраивается хороший личный бренд, ему еще проще. То есть он пишет много классных публикаций, формирует такие пул семей, которых начинает их, так, заниматься их как семейный доктор, и получает очень хороший и правильный поток денег. Поэтому терапевту очень хорошо и очень удобно. Ну и плюс терапевту можно использовать разные малоинвазивные манипуляции, которые хирурги считают не, не наше дело. Конечно. Спасибо за такую лекцию. интересно тоже, к сожалению, после работы не сначала. Вопрос сугубо бытовой. Работаю в частной клинике. Я офтальмолог, детский офтальмолог. И ситуация какая? Наверное, все с этим сталкивались. Клиника 27 лет существует, начало еще в далеких 90-х годах в Москве. И руководитель, который сказал, ну, мне захотелось сделать клинику, я сделал класс. Все работает, все по наитию, ничего не меняется. Ты приходишь и сталкиваешься с коллегами 40+, которые говорят, uh -huh. слушай, дружок, ну ты что, нам на пенсию скоро, ты тут начинаешь что-то крутить-вертеть. И руководитель слышит их в первую очередь, потому что сложились такие коммуникативные навыки у них дружеские в коллективе, дружеские. да, да, когда подруга, знакомая, сестра и так далее. И донести практически невозможно. Да, оборудование есть все круто, но никаких изменений не происходит. Как донести руководителю, какие аргументы использовать? Отли... Отличный вопрос. Это достаточно частая история. У меня все было точно так же. Всегда. Я использую тут, тут, тут три момента. Первый момент это выстрел в голову. Что это такое? Вы приходите к своему директору и говорите: Юрий Николаевич, в Южной Корее планируется крутая конференция по детской офтальмологии. Он такой: так, поехали. Да зачем оно мне надо? Что? Тут и тут начинается военная хитрость. Вы знаете, что ваш Юрий Николаевич очень любит статуэтки Будды. Говорите, вы знаете, Юрий Николаевич, а параллельно с конференцией по детской офтальмологии проходит выставка буд эксклюзивного характера. Он такой, да, ну, ну. Говорите это да сто процентов. Аль, так, сколько билеты будут стоить? Да билеты там берем, поехали. Самое главное, мы посмотрим Буду и заодно заглянем на конференцию. Прилетаете в Южную Корею. Закончились Буды. Но конференция осталась. Ведете, берете за руку, Приходите, говорите, «Юрий Николаевич, смотрите, как э, делают, а мы все 90-х». Тут приходит кореец, говорит, «Здравствуйте, вы из России?» «Да, у нас клиника 27 лет». «Ой, вы, наверное, передовые технологии используете?» И Юрий Николаевич такой, «Тудун». Мы такой, «Конечно, используем. Вот у нас последний лазер, который сейчас поставили, именно корейский». «Ну, у вас, естественно, он не стоит». «Да, Юрий Николаевич, он?» «Конечно, да». И все. Ставьте в неудобное положение. Неудобное положение можно поставить следующим образом. Только вытащив его из зоны комфорта. Я своих так вывозил на конференции, показывал все. Или приходил и говорил, так будет круто. И делал таким образом, что он себя считал крутым. То есть, чтобы он был заинтересован. Он приезжает в Москву, приходят к нему его коллеги, сестры, братья, внуки, сваты, говорят, Юрий Николаевич, этот ваш молодой ничего не понимает да нет, понимает. Его корейцы слушали, корейцы красавчики. И вы начинаете двигать прогресс. Или еще второй момент. Если в Южной Корее закрыто, делайте шоу. Я это называю техника делать шоу. Приходите и говорите, друзья мои, что не, любят, что не любит старшее поколение? Кто ответит мне на вопрос? Что они не любят? Молодых, понятно. Они не любят изменения раз и читать современную литературу. Они любят, чтобы им принесли все на блюдечки, правильно? Выжимку из ланцетика, где будут на два, абстрак... на два абзаца то, что важно, а не на 10 страниц. Правильно? Лекции слушать, но лекции 10-минутные. Вот, вот. Поэтому в такой ситуации я делаю, называется это перформанс. Вы приходите и говорите, вы знаете, классно, сейчас вышли новые исследования, мы же хотите быть в тренде, я все переведу, и давайте все вам расскажу. И по одному. И приходите, говорите, а вы знаете, а вот Юрий Николаевич придет на конференцию. А вы придете? Ну как, директор же придет, придет. Приходите к директору и говорите, а вы знаете, ваш зам Сергей Петрович сказал, что придет на конференцию. А вы придете? Он скажет, ну конечно приду. И Юрий Николаевич Сергей Петрович, они не знали о том, что они придут на конференцию. Но вы им подсказали. И дальше вы по цепочке их всех закручиваете. Собираете всех. И на 10 минут рассказывайте. Вот Не смотрели у Дудя как про силиконовую на когда приходит ребенок и говорит: мама, папа, нам нужен код. И вот почему. То же самое здесь. Вы приходите говорите, товарищи, ученые, вы все молодцы, нам нужен код. И вот почему. Раз, два, три, четыре. Да, они вначале чаще всего они пойдут с скептицизмом. Но тут вам поможет выстрел в голову. Вы говорите, Юрий Николаевич, ну вы же согласны с нашим тезисом. Вы же были инноватором 27 лет назад. Что поменялось? Вы же вспомните себя в моем возрасте. Он так, ну да, я же тоже там занимался. Юрий Николаевич, ну мы же можем это все сделать, внедрить и увеличить прибыль в два раза. Прибыль в два раза? Ага. И тут запахло деньгами. А кто не любит деньги у нас? Есть такие? Правильно. Деньги – это грязь, но грязь лечебная. Поэтому помните об этом. Все, продайте идею. И я вот я скажу, я сколько... У нас вообще в хирургии это все... Но продать идею, приходишь, говоришь, шеф, есть идея. Сколько она мне будет стоить? Немного. Всего 50 миллионов. Ну для вас же это пыль. Какие 50 миллионов? Ладно, хорошо, у меня есть идея на миллиард. Ладно, давай за 50 миллионов, что-то там придумал. Все? Попробуйте. Так, у нас еще есть вопросы в онлайн. Дарина? А, да, есть вопрос от Ивана Калягина. Расскажите, пожалуйста, про финансовые аспекты работы врачей. О, финансовые аспекты, какие интересные. Давайте я вам расскажу, чему... Я учу на курсе, ну мы учим на курсе. Любое отделение, любая клиника это определенная бизнес-модель. Помимо того, что мы лечим пациентов, как бы мы и занимаемся заработком денег. Потому что если мы не будем зарабатывать денег, у нас не будет зарплаты. У нас не будет зарплаты, мы будем выгорать и будем терять желание работать. Правильно правильно. Потому что когда в Америке задают вопрос, зачем вы пришли в медицину, никто не отвечает, хочу стать хорошим доктором. Мы пришли в профессию. Профессия подразумевает А. Помощь пациентам, лечение пациентов. Б. Заработок денег. Поэтому обязательно нужно рассматривать финансовые модели. Они могут быть разные. Могут быть финансовая модель, которая настроена на ОМС. Например, там расчет общей прибыли, валовая прибыль, там рентабельность, сколько остается на отделение и премии, которые ты получаешь в отделении. Может быть, это частная, частная структура, например, консультация у детского офтальмолога стоит, например, 6 тысяч рублей. 30% у него он получает в себе в в зарплату, при том, что он приходит хитро и говорит, шеф, а вы знаете, 30%…» Это, конечно, здорово, но я же плачу еще налоги 14%, и плюс я же еще такой, он говорит, откуда такой грамотный? Да я вот про, почитал книжки, поэтому давайте я буду получать не 30, а 40, но ну 10% чистых получится 30. И я буду тем самым развивать свои э, навыки, привлекать больше пациентов. Шеф такой, ну да, ничего себе умный, какой парень. Поэтому разные стратегии, разные э, понимания без финансовой грамотности руководителю сейчас очень и очень сложно. Вы не можете планировать зарплаты отделения, не зная свой бюджет, не зная свой оборот и не зная, сколько каждый случай вам приносит денег. Поэтому помимо, вот, например, стоматологи меня прекрасно поймут. Они знают, сколько стоит расходный материал, сколько стоит их работа, сколько стоят трудозатраты. Ну, когда ты спросишь об этом вопросе у кардиолога, он скажет, я пришел лечить людей. Ты же молодец, зарплата 20 тысяч. Так, у нас еще есть вопросы онлайн. Давайте закончим с ними. Мне кажется, не закончим. А, да, есть вопрос от Юлии Ключниковой. Ростислав, порекомендуйте, пожалуйста, книги по тайм-менеджменту книги по тайм-менеджменту. Есть такой автор Глеб Архангельский. Такая библиотека тайм-менеджмента, библия тайм У него есть ежедневники, и книги и, и даже лекции. Поэтому самый хороший русско-адаптированный вариант для того, чтобы изучать и двигаться по, по, по проектам, по тайм-менеджменту. Вот, например, кстати, Юлия Ключникова. Расскажу вам, кто такая Юлия Ключникова. Это студент четвертого, по-моему, или пятого курса, или четвертый курс, который нашла меня в Инстаграме. И как битбуль вцепилась. Я уже не знаю, как, куда деваться. Ну, вот реально. Она ходит, она трудоустроилась в клинику, она занимается, занимается, занимается и параллельно развивается посещает все лекции и, кажется, к четвертому курсу она уже и много в операционной постояла, и много понимает, как развивать какие-то проекты, и уже создала свое какое-то лидерское движение в университете и, еще, и пытается меня еще привлечь куда-то в волонтерской работе, которая мне вот времени вообще отлично будет занимать. И, скорее всего, скажу, что у нее получится это сделать, что она меня найдет любые лазейки, чтобы это все сделать и реализовать. Так, еще есть вопросы в онлайн? А, да, есть вопрос от Павла Кислова. Добрый вечер. Обязательно ли в наше время иметь ученую степень? Отлично, Павел Николаевич, супер вопрос. Если отнестись к этому к старым традициям, то, конечно, кандидат, доктор, меднаук, профессор, академик это очень-очень важные такие моменты. Тем не менее, на сегодняшний день существует много блестящих терапевтов, и вы один из них, Павел Николаевич, который не имеет ученую степень, но тем не менее имеет очень много публикаций в журналах Q1. И они гораздо цитируемые, гораздо узнаваемые в Европе, чем, например, врачи с должностью, там, с званием профессора, с индексом Хирша 1 или 0 которые пишут только публикации в ваковских журналах Российской Федерации нигде не публикуются, поэтому мое мнение, что это необязательный навык, необязательная вот Павел Николаевич появился, кстати, это необязательный момент, который требуется для вашего профессионализма, потому что имея в такую компетенцию, как, например, у вас с точки зрения науки и лечения пациентов, можно быть блестящим доктором и лечить больше там 3,5 или 4 тысяч пациентов. Так, есть еще вопросы? У нас есть вопрос от Софии Геворгис. Сейчас она задаст его голосом, а потом мы будем рады послушать еще вопросы из зала. Здравствуйте. Здравствуйте, София. Здравствуйте, пожалуйста, пожалуйста. скажите, пожалуйста. Как нужно правильно мечтать? Что? Как нужно мечтать студенту, чтобы достигать очень много чего? То есть нужно мечтать постепенно маленькими дорожечками, да, проходить. Или мы как бы взлетаем вперед и знаю, мечтаем сразу открыть студенту. Но если я правильно помню, София, то вы всегда мечтаете по-крупному. Ну да. И на самом деле я придерживаюсь такой же политики, я всегда мечтаю по крупному. Только если когда у вас есть большая цель, большая миссия, вы сможете достигать, получать маленькие результаты, и они дадут вам дальше толчок к новой миссии. Вот, например, я всегда мечтал о проведении конференции, то есть сделать конференцию. Вначале мы в октябре прокатаем небольшую конференцию, но у меня цель собрать 5 на стадион. Я начну с тинькофф Арены. Там поместится 5 тысяч. Дальше мы перейдем на Зенит Арену. Там поместится 50 тысяч. Куда дальше мы перейдем? Дальше на Олимпийский. Спасибо большое. Да. Ну дальше мы соберемся, на, например, на Красной площади конференцию сделаем. Тоже, например, тоже хороший вариант. И тем самым, мечт... потому что мы все мечтатели. Чем больше у вас мечта... Тем стремительным вы ее достигнете, и что самое главное, у вас будет стимул развивать все свои скиллы, чтобы дойти до этой мечты и ее коснуться. Поэтому чем больше мечтаете, тем лучше. Спасибо. Супер. Ну, теперь, наверное, можно перейти к вопросам из зала. Здравствуйте. Здравствуйте. А я обычный участковый терапевт, и у меня вопрос по взаимоотношению с коллегами. Что делать, как с каких тезисов заходить на общение с коллегами, когда пациенты от них начинают приходить к тебе, потому что ты более мотивирован и лучше ладишь с ними? Как ты? не испортить отношения с коллегами? Если вы уже в Яндекс.Кью, вы уже не обычный терапевт участковый, вы уже продвинутый терапевт. Это очень хороший вопрос. И на самом деле, когда такая ситуация происходит, у врачей, Происходит режим отторжения, и они говорят о том, что ты перетягиваешь моих пациентов на себя. Правильно я это, это имеется в виду? Тут мы делаем кружок по интересам. Берете этих врачей и говорите: пойдем выпьем кофе, ну или что-либо. Садишь их напротив, садишь их напротив, говорите: теперь я вам хочу рассказать самую важную тайну, почему ваши пациенты переходят ко мне. Смотрите. Можно использовать навык такой-то, такой-то. Можно использовать навык такой-то. Хотите, я вас ему научу? Ну или так. Но на самом деле я, у меня такая ситуация. На меня обижались старшие коллеги. Я приходил и объяснял, почему это происходит. Всегда не убирайте процесс мистификации. Вот, например, как часто вот спрашивают, почему у вас столько много пациентов? Что думает обычный доктор? Скорее всего, у него есть тайные агенты, ему посылают ему пациентов, или у него папа, который сидит на приеме онколога, заведующий поликлиническим отделением, или главный врач, еще лучше, всей поликлиники онкологической, и всех пациентов просто вот отправляет к нему. Ну правильно? Как наш мозг работает? Вот то же самое с вами. Ваши коллеги-терапевты думают, так, скорее всего, она им платит. Нет, она им не платит. Она, скорее всего, может, наливает или дает свой номер телефона. Так, или, скорее всего, лучше еще главный врач, скорее всего, этих пациентов сам заворачивает к ней, потому что у них может быть интрижка. Человеческий мозг таким образом работает. Процесс мистификации вы не остановите никогда. Поэтому как лучше поступать? Приходите разговаривать. Например, когда я, я вот начмет, я руководитель. Пациент пришел к моему доктору на операцию. Должен, и потом мне звонит кто-то из, из вышестоящих органов и говорит, прооперируй этого больного. Как поступают в обычной жизни? Забрал пациента, я оперирую. Правильно? Ну, как мы привыкли видеть в системе. Забрал, все, иди, не оперируй. Доктор, а, расстроен, б, потерял мотивацию, с, чувствует, что его руководитель шемит. Как мы поступаем? Я прихожу и говорю, Максим Александрович, это твой пациент. Случилась вот такая вот ситуация. Мне за него позвонили. Что мне делать? Он говорит, шеф, ну надо оперировать. Я говорю, да, надо оперировать. Я говорю, ты не будешь против, если, например, мы вместе с тобой сходим в операционную, я сделаю самый основной этап, а ты закончишь. Разница. Потому что мы помним, что лидер надежной базы – это человек, к которому можно достучаться, к которому можно поздороваться, и с которым можно пообщаться. Например, пример отличный Яндекса. Ты можешь встретиться с одним из руководителей за чашкой кофе. Можешь встретиться? И если ты, например, скажешь ему, я могу ошибаться, там вы же на «вы» не общаетесь. Будь это генеральный директор или это самый младший разработчик. Будет «привет», «как дела», то же самое здесь. Да, в медицине существует иерархия, тем не менее, будьте доступными. Пусть к, вас, к вам а, люди обращаются. Ваша команда должна с вами работать. Если они переходят границы, такое тоже бывает, следующий вопрос от вас, а как держать границы команды, когда вы руководитель? Вы говорите, я все прекрасно понимаю, но смотри. У меня есть раз, два, три, четыре задачи, которые я должен выполнить. Если я буду тратить много времени на обсуждение вопросов о погоде или о чем-то еще, мы просто не успеем сделать задачи, которые поставлены. Окей? Так что давай, если ты хочешь что-то поговорить о жизни, пятница с трех до четырех. У нас не привыкли разговаривать. Диалог это победа, победа, которая может выстрелить. Добрый вечер, Ростислав. Меня зовут Валерия. Я научный сотрудник и по совместительству врач-ревматолог в Федеральном центре. Такой вопрос. Баланс между работой и личной жизнью. Как вам удалось его найти? Не удалось. Ну, тут тоже помогают правила. У меня воскресенье день отца. У меня трое детей. И воскресенье — это всегда день отца я занимаюсь с детьми, они меня в течение недели, естественно, не видят. Ну, видят, но очень мало. Но, тем не менее, вот день день я всегда выделяю. И обязательно отпуск. Отпуск с семьей. Потому что семья вся знает, что папа раз в три месяца едет в отпуск вместе со своей семьей. Поэтому папа много работает. Если папа много работает, значит, семья едет в отпуск. Если папа меньше работает, значит, нет ручек, нет конфет. Спасибо. Видите, стоило замотивировать, сразу сказать, что в Гарварде много задают вопросов, как тебе сразу начинают, вот как работает наш мозг. Ты сразу себя чувствуешь, что ты, такой, что ты сидишь на лекции в Гарварде, если я сижу на лекции в Гарварде, надо было больше задавать вопросов. Не захочешь, захочешь, все супер. Ну, я, наоборот, я раскрыл этот секрет, у меня еще один есть, я потом вам расскажу. Всем привет. Меня зовут Валерия Высоцкая. Да, очень много Валерии сегодня. Я врач клинической лабораторной диагностики и ординатор-патологоанатом первого года. О, Всем клево. Привет. Да, я занимаюсь диагностикой онкологических заболеваний. У меня есть Инстаграм. Доктор Высоцкая, там можно было интересно что-то почитать продает, до февраля месяца. Продает, продает, хорошо. Да, да. Значит, на самом деле ответ на свой главный вопрос я уже получила. Молодой человек задавал про клинику офтальмологии. И отсюда, из вашего ответа, у меня родился мой следующий вопрос. По вашему рассказу складывается ощущение, что вам всегда везло, и все ваши работодатели вам нравились, и вам всегда хотелось остаться с этими работодателями. Я в профессии 14 лет, и я меняла работодателей каждые 3-4 года. Потому что из каких-то клиник я вырастала и шла дальше, а какие-то клиники меня сознательно останавливали, не давали расти. И вот я заведующая лабораторией, пусть маленькой, но она моя. И надо мной есть определенная иерархия руководителей, да, с которыми мы уже научились общаться. Но сейчас я нахожусь в состоянии, что я думаю, ну оно а ну, нафиг, надо искать новую работу, потому что я не могу добиться своей цели на этой работе. Как вы считаете, нужно идти против системы, стараться бороться, если тебе нравится это место, где ты работаешь, ну я не знаю, грубо говоря, классное здание там хорошая аппаратура, хорошую команду, да, ты там смог создать. Или если ты чувствуешь, что тебя здесь не ценят, не любят, не уважают и не слушают, то надо идти дальше куда-то в другую клинику. Валерий открыли ящик Пандоры, вскрыли все-таки. Я не работал все время в этих клиниках, я менял тоже клиники. И я вам скажу больше, что у меня было несколько, два момента, когда я просто вставал и уходил. Потому что нас как воспитывали, ты должен терпеть. Если ты терпишь, ты молодец. И э, я очень люблю приводить аналогию, как, как заяц с морковкой. Знаете, заяц вешает морковку перед ним, и заяц бежит, бежит, бежит перед за этой морковкой. Ну вот, вот, я уже вот почти, почти, почти ухватился. А куда бежишь, дальше не знаешь. И тут руководители, чаще всего в федеральных центрах, начинают рисовать перспективы. Вот сейчас ты два года побудешь в ординатуре, потом в аспирантуру. А этот камене, они на вас сидят, едят, едят, едят. Ты получаешь эти заветные три буквы КМН Пять лет, выходишь такой, ну, говорит, все, молодец, ты теперь молодец, выходишь за пределы клиники, такой: В смысле, как я никому не нужен? А что, я же пять лет, я же такой был молодцом. Я, не... я помогал своему руководителю, а по факту ничего не произошло. Первый, на, на... моменте моего опыта, как только мне что-то не нравилось в клинике, я приходил и разговаривал. Я говорю, Здрасте. Раньше я был не такой назовем так, продвинутый в переговорах, я сразу говорю в лоб и был сразу послан. Сейчас я больше прокачан в этом вопросе, потому что быть посланным не очень приятно пару раз подряд. И я прихожу и говорю о том, что, например, у вас ситуация, ваше руководство не слышит. Проведите им презентацию, как купить кота и почему он вам нужен. Расскажите ценность. Все, все руководители любят плюшки, чтобы они чувствовали себя нужными. Поверьте мне, вы хороший руководитель. и Если вы уже собрались учиться на патологоанатом, это вообще КДЛ плюс патологоанатом, вы просто у вас флеш-рояль. Я еще бюджетную ординатуру получила. Все, остановитесь, остановитесь. Просто сейчас следующую лекцию уже, вот Валерия уже подошла. Как получить бюджетную ординатуру, руководить клиникой, быть молодым патологонатом, а вести блог доктора Высоцкой. Правильно? Да. Все. А, все, класс. Вот, Я, кстати, не понял, как я ответил вам на вопрос: где взять больше пациентов патологонатому? Ну, я же занимаюсь диагностикой а, онкологических все, слава заболеваний. Слава. Да. Я думал, где взять больного пациента для патологонатома, но. Ну, в ковид у нас проблем не было. Хорошо, сейчас было. Сто очков Гриффиндору запишите, пожалуйста. Да. Поэтому на самом деле поговорите с руководством. Покажите, как, что нужно вам купить кота и что он вам принесет. Вот если тогда они скажут, что вам кот не нужен, вы скажете, хорошо, я пойду к другим хозяевам, которые купят кота. Поверьте мне, сейчас дефицит кадров на рынке. Все очень бьются за кадры, которые есть. И чем больше вы будете, вот вы выстраиваете свой личный бренд в запрещенной социальной сети, вы строите свою профессиональную карьеру путем улучшения навыков, там, добавления каких-то скиллов. Это очень круто. На каждого хорошего специалиста начнется классный работодатель. Главное его искать и показывать, что «Привет, я здесь!» Очень много классных докторов, крутых хирургов, но них никто не знает. Они, свята, они крутые, реально крутые. Там, ты смотришь, какие они вещи делают, они очень круто оперируют. Но о них ни, никто не знает. Вот как у нас на курсе по лидершипу, у нас один э, был начмет заня... из Ижевска, крупной клиники, хирург. Он оперирует просто блестяще, великолепно. Просто погонение хирургии. И он где-то после четвертого модуля нам сказал, знаете, я э, столько много вынес для себя в управлении. Я классный хирург, и я думал, что я буду классным ночмедом. Оказалось, это не мечется. И говорит, если бы я знал, что таких вообще, э, таких ночмедов, как я, вообще надо, говорит, палкой отстреливать. Я говорю, палкой отстреливать? Он говорит, ну, это ж наши там фишечки. Я говорю, Ренат, я говорю, все отлично, ты большой молодец, что развиваешься и учишься. Говорит, но нас этому не учат, этим управленческим вещам. То же самое там, финансы, лидерство, как мотивировать команду. Как мотивировать команду, чтобы они инновации придумывали. Конечно, потому что все нобелевские лауреаты свои идеи придумали до 30 лет. Как Яндекс формирует? Со школы, со школы находят олимпиадников. Олимпиадничек какое-нибудь первое, место, первое место занял на там, в девятом классе, к нему сразу приходит. Здравствуйте, мы из Яндекса. Ты хочешь, чтобы у тебя зарплата была с шестью нулями, и ты ничего не нуждался? Что ты хочешь себе купить в сам PlayStation? Иди к нам программистам. И учись параллельно в институте. Да, прям коротко попросили. Да. Быстро. Спасибо Валерий за вопрос. И вопрос нарисовался прям сразу. Очень частая ситуация. Встретились. говорят, слушай, там такой профессор работает. Не надо с ним ругаться, вот эта вся ситуация тебе там в жизни потом. И вот как работать с этим? Очень многие коллективы выстраивают иерархию коммуникации по такому принципу. То есть ты там пытаешься что-то ломать, и начинается как бы обратная связь не а, очень. А вы подумайте, как не ломать? Зачем ломать? Ну, я имею в виду, что что-то меняет, и не Да. Конечно. Конечно. На... Вы приходите к профессору и говорите, товарищ профессор, вы знаете, вас все боятся. Такой, в смысле? Ну, вот мне сказали к вам не приходить. Это что ты пришел? Потому что я хочу развеять этот миф. Вы же крутой. Ну да, я крутой. Вы же придумали классную тему с офтальмологией. Он, да, придумал. Вы же признанный эксперт. Да, признанный эксперт. У нас уже три, да. И четвертое. Так давайте вместе под вашим руководством мы сделаем этот проект. Давай. Каким бы э, тяжелым, ушлым, э, старым и злым профессор бы не был, у каждого профессора есть слабая точка. Найдите ее. Первое это всегда можно действовать через жену. Это железобетонно. Попробуйте, может быть, у профессора там. Вы знаете, у Кла Клавдия Филипповна очень любит чай. Вот он чай. А кто это принес? А это аспирант мой принес. А что там, что там за аспирантик? Ага, так, ну как дела у Сережи? Да, мне что ты мне с этим Сереженькой? Игорь, ты тоже был молодым. Помоги ему. Я, поверьте, я просто, я уже это чувствую, я уже это слышу. Сложно, когда жена старшая медсестра. <св> тут уже другая ситуация. Нарисован. Ну, тут надо работать. Тут надо работать. Спасибо, спасибо. Да, спасибо всем огромное за вопросы. И вы видите, пожалуйста, на слайд. Слайд. <св> да, все супер. Всем огромное спасибо. У нас сейчас есть возможность пообщаться. И еще есть возможность поделиться своими впечатлениями, оставить отзывы. И мы рандомно среди пяти тех, кто поделились, разыграем мерч от Яндекса. Так что есть некоторая мотивация. Вот. И в целом нам интересно делать еще какие-то классные мероприятия и проекты для вас. Это наш такой первый опыт, и поэтому, если у вас есть идеи, я всегда открыта и всегда рада их выслушать. Вот. И спасибо вам, Ростислав. Было очень интересно. Спасибо вам. Ну все, давайте делать медицину Можно... лучше. Общее фото, кстати. И всем пока в онлайне. Спасибо, что были с нами.